Да я знаю, что пушка будет не 5, но пока в руке будет СПД плюс 2. Дочка интересуется, как бы ты назвал сына и дочку? На самом деле, я уже давно придумал, как я хочу назвать сына и дочку. Да пофиг, могу отдать так, так, поставить вот этих двоих. И реализовать пока могу. И Виштор Винда, отдать мелочь все. Отдать всю мелочь, отдать всю мелочь. Или не отдавать. Сейчас скажу, сейчас подумаю, как сыграть. Делаю так. Так, у меня остается 4-3, 3-2. Мне хочется побыстрее реализовать вот так вот. Сына я назову Тигран, дочку я назову Анаит. Тигран и Анаит. Тигран Фашкисович, Анаит Фашкисов. Ну слушай, звучит, да? Я представляю сразу такой босс, сидит у себя в офисном кресле. К нему подходят такие люди. Тигран Фаркисович, а скажите. На-на-на-на-на, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чё-то я боюсь. Конечно, боюсь, поэтому отдам пока мелочь. Тигруля. Да, буду звать его Тигр. В честь Тиграна Петросяна? А, нет, в честь того...